вакцинация. С начала текущего года вакцинацию от клещевого энцефалита прошли почти 2 миллиона россиян. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Всего, как отметили в ведомстве, планируется привить более 3 миллионов человек. В Соликамске поставить прививки можно в обеих поликлиниках города. Статистика. За чертой бедности в Пермском крае проживает 326 тысяч человек. Это почти 13% населения региона. Об этом сообщает Пермстат. При этом среднедушевой доход прикамцев в 2021 году составил 32 745 рублей. Южное направление. Авиакомпания «Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Перми в Сочи. Первый перелет запланирован на 2 июня. Вылеты будут совершаться в 8 утра по пермскому времени. Перелет займет 3,5 часа, посадка в аэропорту прибытия в 9:30 по местному времени. Отмечено снижение. С начала года банки в Пермском крае изъяли из обращения 28 поддельных российских денежных купюр на 117 тысяч рублей. Количество выявленных фальшивых банкнот сократилось в 4 раза в сравнении с первым кварталом 2021 года. По информации Банка России, наибольшую долю среди подделок по-прежнему занимают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Специалисты у телефона. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Специалисты принимают звонки до 10 июня с 9:30 до 17:30. Телефон в Соликамске 4-23-03.